Всем привет! Продолжаю серию видео по установке терморегулятора для котла. Нашел корпус, установил это все в корпус. Так, это все у меня установлено. Корпус, конечно, можно было и поменьше сделать, но что было, то и сделал. Значит, по подключению один из датчиков вывел просто наружу, пока он у меня не задействованный будет. Второй датчик я удлинил и провел, подключил к обратке, примотал скотчем и утеплителем еще обмотал. Вот так выглядит датчик, примотанный к обратке. По подключению, вот он контактор, к нему заходит провод, у меня 380 подключения, одна фаза, вторая, третья, ноль. Запитка самого контроллера сделана от одной из фаз, это первая фаза получается. У меня стоят три автомата, я могу регулировать либо 1, либо 2, либо 3. 2 кВт, 4 кВт, либо 6. При включении первого запустится контроллер. То есть он запитан у меня от первой фазы и от 0. Все это идет вот сюда вот в контроллер. Я вам уже показывал, как это все подключается. Выход с контактора идет, соответственно, на тены. Одна тена, вторая тена, третья и ноль. Все это пошло к котлу. Еще не запускал, только подключился. Сейчас поставлю крышку корпуса и буду пробовать запускать. Установил крышку корпуса. Как все выглядит. Сверху торчит датчик, который будет показывать температуру комнатную. Здесь сам терморегулятор. Ну и здесь вот такое окошечко. Получилось, видно контактор. Включен он будет, не включен. Это видно все будет. Здесь выхода идут. Так, произведем первый запуск. Включаем первый автомат. Заработало, котел включился. В помещении сейчас 13 градусов на этом датчике, на том 12,6 он к трубе примотан. Давайте выставим нужную нам температуру. Мне нужно, чтобы он включался при 20 градусах. Градусов он будет у меня включаться, и отключение мы сделаем здесь 35, я хочу сделать 30 градусов. Нажимаем, держим, уменьшаем. Вот так вот. Сейчас текущая температура 12 градусов, температура включения 20, температура выключения 30. Сейчас пока выставил для тестирования, потестирую, посмотрю, как он будет работать в данном режиме. На самом котле у нас показывает где-то градусов 17 у нас на котле показывает. Проверять сейчас я буду, тестировать. Контактор включенный. Температура на обратке растет. На котле тоже температура растет. Уже около 19, 18-19 градусов. Здесь обраточка показывает 14. Есть небольшое различие, потому что
там здесь вот датчик стоит на обратке, здесь термометр установлен на подаче, поэтому и разница в температуре. Можно поставить на подачу датчик, подключить, но все рекомендуют на обратку, потому что подача тут же нагреется, тут же остынет, а обратка пока все это пройдет, ну и будет более-менее нормальная температура. Приближается требуемое значение в 30 градусов, 29,8. Котел на подаче прогрелся до 39 градусов, обратка 29,8. Сейчас при 30 градусах должен отключиться. Все, контактор отключился. Котел где-то около 39 градусов на подаче. Теперь будем ждать, пока упадет до 20 градусов температура на обратке. Терморегулятор снова должен включить контактор. Спустя какое-то время котел остывает. Температура приближается к заданному значению 20 градусов. Когда терморегулятор подаст сигнал на контактор, он включится и начнется снова обогрев. градусов, сигнал подан, контактор включился, пошел нагрев. Подписывайтесь на канал. Кому понравился ролик, ставим лайк. Кому не понравился, дизлайк. Какие-то, если вопросы возникли, задавайте в комментариях, постараюсь всем ответить. Всем спасибо за внимание, до новых встреч.